И вот, когда мы говорим про город Магнитогорск. Город Магнитогорск живет и будет жить, и вы даже ни о чем не думаете. Посмотрите, как работает комбинат. Просто супер. То же самое и люди, которые уезжают и приезжают. Разницы нет никакой. Вы что там думаете, что в России это все не очень хорошо? Уж поверьте мне, есть еще худшие страны, из которых люди готовы переехать сюда. Ну, не все, конечно, готовы переехать в тот дивный мороз. Но вот из бывших республик, почему бы и нет? То есть все, в принципе, нормально. И одновременно с этим возникает вопрос, как мы будем строиться, чтобы строилось все это дешево, вкусно и замечательно, естественно. Мы это можем сделать по одной простой причине, что есть в городе люди, которые сознают для себя проблему. Нам нет необходимости на вас деньги заработать. Давайте мы вместе с вами будем строиться. И одно из таких подразделений находится за моей спиной. Есть такие события, которые в рекламе не нуждаются. Надо только спросить тех, кто приходит в Электросилу на Комсомольскую, 17. И они вам все расскажут. Но уж поверьте мне, в прошлом сюжете были новинки. И мы вам их и покажем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои телевизоры. В смысле, я телевизор, а вы телезритель, естественно. В прошлом своем сюжете о фирме «Электросила» я вам хотел продемонстрировать вот эту замечательную штуку. Шло о том, что здесь этих штук действительно больше и много, и вообще разные. То есть, если вы не будете посмотреть сверху, да, то для детей очень хорошие светильнички. Просто изумительные. Смотрится просто супер. Ну да ладно. Не об этом. В прошлом своем сюжете я вам показывал вот эту штуку. В этом своем сюжете я вам покажу, как она светится. Мы ее просто так ставим. Вот так все это дело очень хорошо светится. К слову, почему моя рука на лампочке? Потому что лампочка не греется абсолютно. Не греется. Она не нагреется так, как это может быть сделана другая светодиодная... О, какая светодиодная? Обыкновенная лампа накаливания. Представляете, вот такой подержи. И потом что будешь делать? Ну, пункт номер один. Она просто лопнет, естественно. Пункт номер два. На руках что останется? Очень мощные ожоги. Вот, я хочу ее показать. Вот она очень замечательно вертится, да? То есть и ставится, и вообще разные примочки есть. Вот для стандартного крепления есть, для большого крепления. Ну, суперовские. Посмотрите, каков результат, да? Одна лампочка сколько заменяет света? Очень много. Вот это и есть LED-технология, которая здесь распространена. К слову, о посетителях. Вы думаете, что их здесь нет? Ну и зря. Вообще вам нравится это? Мне все нравится, дорогой ты мой. А что вы сейчас хотите купить? Вот хочу вот эту коробку для автомата и автоматик на 10 ампер. Он заканчивается, да? Нет, резетка сломалась. Резетка сломалась? Да. Но вы, наверное, не здесь ее брали, да? Нет, не здесь. А хотите здесь взять? Ладно, пришел здесь брать. У меня возникает другой вопрос. Насчет, ну, как бы, цены, естественно, понимаете? Вот цена меня тоже начинает доставать. Как здесь цены? Цены оптимальные, считаю. В принципе, ассортимент широкий, и цены нормальные, не да? Не шибко высокие, да? Скажите, пожалуйста, почему вы сюда приходите? Дешево? Дешево. И рядом, да? Рядом удобно. Товар есть в наличии. Вопрос номер два решается на вокзальной 5. И это еще одно место с электросилой. Все, что должно быть, здесь есть? Да, здесь есть все, что нужно. Я так понимаю, ремонт у вас, да? Да. Кое-что не хватило, правильно? Да. Почему сюда пришли? Хороший магазин. Маленький вопрос, почему все-таки электросила? Потому что хорошо? Нет, давно уже. Давно, с да? С ними работаем. Да. Почему вы сюда пришли, объясните мне. Да, 470. Ну, надо купить. Надо купить, да? Да. Есть же другие конторы, правильно? Угу. Их не так уж много, но есть. Посоветовали. Да. Посоветовали, да? То есть, и как вам ценники? Сейчас узнаю. По дороге ехал. По дороге ехали, приехали, все нормально, да? То есть ехать никуда, по сути, не надо. Не надо. Ну вот, собственно, и все. А вопрос с ценой решился просто. Человек здесь все купил, что хотел. Куда еще за меньшей ценой ехать надо? Ну, как-то так, да, люди получают удовольствие. Не заботьтесь ни о чем. Потому что, ну, представляете, да, пришли сюда, купили себе то, что нужно, ваш дом, и уезжаете спокойно, и денег-то много-то и не тратите.
потому что это электросила, которая работает для вас, господа мои.